Аньосайову Марусамида, и у нас сегодня обзор на еще карточки по 3D Наруто. Так, напутал все как обычно. В общем, в прошлом выпуске мы посмотрели 10 карточек по Наруто 3D-шных, и у нас продолжение коллекции. Пришло еще колода продолжается, вон вы уже видите начало. В общем, ребята, поддержите лайками, также комментируйте видео. Если вы захотите какие-то карточки, которые у меня уже были повторными, я их продаю. Также вы можете подписаться на Boosty, и за определенный уровень подписки вы можете получить карточку с автографом или без, как хотите. Распишу здесь от ютубера, там, Вамару, Вагеймс, что-нибудь такое. В общем, не знаю. Так, ну давайте, шутки шутками и вперед. Первая карточка, что у нас... А, тогда Пейн. Опять холодильник, боже мой. Во-первых, что тут у нас? Нифига не видно, да, наверное, из-за того, что темно на улице. Погода, окей. Ладно, в принципе, видно, что он какой-то 3D-шный. Как-то, как ни крути, видно что-то. Какая-то 3D-эффектность. Получается, он идет под 11 номером. И черочка. Обязательно пишите в комментариях, какие карты вам понравились. И давайте в этот, в протектор сразу же его. Пейн, Конан. Конан, все карты 3D-шные. Прикольно. Я особо ничего не вижу, но это классно, это классно. 12 номер Конан. В этой коллекции очень много Акацки. Как очень много? Все Акацки, в принципе. И у нас парные получаются. Конан с Пейном. О! Учиха Обита. Учиха Обита, Шипуден. Как, конечно, не знаю, странно, что он прям в этой коллекции, мне кажется, по тайму, по таймлайну слишком далеко до него, но ладно, раз он уже здесь, то окей. 13 номер HR. Вот так. Так он выглядит в протекторе. Сюда тебя. Учиха Мадара. О, какой четкий. Надо было фокус навести нормально. И все. Класс, просто класс. Вот сейчас теперь четко видно хотя бы. Предыдущие карты потом пересмотрим в нормальной четкости, в нормальном фокусе. Так, 14 номер Учиха Мадара. И получается даже... Сейчас в протектор его запихнем. Мадара, ты в протекторе. Так, и смотрите, так он выглядит в протекторе. А так хотел сказать, что получается, как будто они парные. Парная карта такая. Прикольно. Что думаете по этому поводу, пишите в комментариях, парная или нет. Хидан. С своим Джашином. Помешанный на Джашине. Так. Красавец Хидан. 15-я карта HR. Вот это мне нравится. В этой части распаковки, скажем так, обзора, много Акацки, много. Так, следующим у нас идет Какузу. Отлично, напарник для Хидана. Карточка, возможно, не самая удачная, но мне нравится, что у него есть сердце здесь. Не знаю, какой именно стихии, пишите в комментариях. Скорее всего, стихии молнии. Очень похоже по гриве вот этой вокруг. Это стихия молнии стопудово. Давайте сразу же в протектор. Кстати, сейчас посмотрим. Они же там спорили вечно, кто по статам сильнее. Условно 150 тысяч атаки, у Хидана 130 тысяч атаки. А у Какузы защита 160 тысяч, у Хидана 170 тысяч. Ну, не знаю. Кто сильнее, Хидан или Какуза, вопрос интересный. Дейдара. Дейдара сэмпай. Блин, тут Тоби нету, по-моему, очень жалко. Дейдара 17 номер. Так.
Так он выглядит в протекторе. Восемнадцатым номером идет Сасори, Акацуна Сасори. И мне нравится тем, что тут есть его все куклы, марионетки. Хироко, третий Кадзикаге. Прикольно, есть ли Сасори в реальной форме? Карточка. Опять напарник. Ты напарник, иди к Дайдаре-сэмпаю. Дальше у нас Джирайя-сэнсэй. Извращенный отшельник Джирайя-сэнсэй по 19 номерам. Такой, переливашка тоже. Тут все переливашки, что я говорю. Это и так понятно, в принципе. Мне нравятся переливашки, поэтому я взял 3D-карты. Так, туда иди. Орочимару. Хе-хе-хе-хе-хе. Так, 20 номер. Вот это прикольный арт, вообще огонь просто. 10 из 10, наверное, эта карта. Мне нравится гамма фиолетовая такая и плюс. Именно что ракурс такой. Не, он не просто стоит во весь рост, как, не знаю, как дурачок какой-то. А он просто так, типа... Я вас сожру. Такой, окей. Сюда иди. В протекторе выглядит тоже классно. Очень классно. Ребята, пишите в комментариях, какая карточка вам больше всего понравилась. С данной распаковки, с данного обзора. И вот. Цунаде. Цунадочка, 21. Это последняя карта с данной распаковки. То, что пришло с Аликом. И последний протектор. Получаются легендарные санины в сборе. И давайте, конечно же, сейчас посмотрим, что тут у нас сегодня было. Цунадыч, Орочимару, Джирайя, Сасори, Дейдара, Хидан, Какузу, Мадара, Обито, Конан и Пейн. Такие персонажи. Классно, очень классно, мне нравится. Ребята, пишите в комментариях, какая карточка вам из этих всех понравилась. На первом месте у меня Орочимару, что здесь понравилось. Потом, наверное, мне понравился Мадара с Обито. Классно, они выполнены в таких ракурсах. Даже не знаю, Пейн тоже классно. Я видел Пейна, 3D-карточки классные, но, увы, это не это. Она тоже прикольная, но не моя любимая. Что ж, ребята, пишите комментарии, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И, опять же, ребята, напоминаю про подписку на Boosty. И, в принципе, про то, что я продаю эти карточки. Если вам нужно, то все можно устроить. Всем пока. Thank you.